10 мая с утра начнутся прения сторон на другом процессе по делу о беспорядках на станции Щит-Пе. Сегодня там был допрошен сотрудник следственно-оперативной группы. Он не смог ответить на многие вопросы адвокатов. Не пояснил судье тот факт, были ли у людей в руках плакаты с лозунгами об отставке президента. Далее председательствующий зачитал материалы дела, общие факты о событиях 17 декабря, досье на каждого подсудимого. Один из обвиняемых, Мырзатаев, отказался от своих показаний во время следствия, сообщив, что они были выбиты под пытками и издевательствами. Внимание этому заявлению судья не придал. После обеденного перерыва показания давал свидетель Алтынбек Ауелбеков, который, как выяснилось на суде, не умеет читать и писать. В суде он рассказал, что его заставили подписать бумаги, где он подтверждает, что якобы видел пятерых парней, которые готовили зажигательные смеси. В обвинительном заключении часто встречаются формулировки «неустановленная личность». То, что обвиняемые избивали, стреляли, матерились, этим они нам в качестве доказательства не могут предъявить. Если есть неизвестные личности, почему следствие не установит их? Думаю, что суд это честно рассмотрит. Завтра скажем это в прениях.